Привет, мои дорогие! Сегодня мы с вами сделаем вот такое необычное украшение. Как такового названия у него глобально нет, по крайней мере, я не нашла. Но мы с командой назвали его Face Chain, как цепочка на лицо, по принципу Body Chain, цепочки на тело. Сделать его совсем несложно, а эффект получается просто вау. Предлагаю начать. Для создания этого украшения я взяла цепочку с хрустальными рондалями. Нам понадобится три основы для кольца, которые обычно используются именно на пальчик. И цепочки, которые вам нравятся, я взяла те, что помельче. Также нам понадобятся мягкие пины. Из инструментов нам понадобятся все три инструмента: круглогубцы, кусачки и плоскогубцы. Все будет в ходу. Для крепления нам понадобится 6 маленьких рондалей. Я их возьму прямо с цепочки. Последнее звено у меня уже откушено, поэтому я просто перекусываю кусачками, снимаю рондали, убираю лишнее звено, оставляя петельку целой на конце. Далее нам нужно отмерить цепочку. У меня здесь получилось 13 рондалей, но длина должна быть от крылышка носа до начала верхней части уха. Ну и, конечно, для симметрии таких цепочек нам понадобится 2. Здесь же попутно я вновь убираю рондали, потому что, как я и обещала, мне понадобится 6 штук. Отмеряю вторую цепочку. Обрезаю необходимую мне часть и откусываю еще 4 звена, снимая необходимые мне рондели. Ну и дальше приступаем к сборке. Так как цепочка выполнена в технике французская скрутка, использовать я буду ее же для крепления. Я беру мягкий пин, надеваю на него рондель. И первое ушко я буду цеплять за звено цепи. При помощи круглогубцев я формирую петельку, вставляю эту петельку в звено цепи, придерживаю круглогубцами и начинаю вокруг своей оси закручивать пин. Можно это делать при помощи плоскогубцев. Если вы не умеете делать аккуратную французскую скрутку, приглашаю вас к нам на курс по созданию украшений. Или посмотрите подробное видео на наших каналах в любой из наших социальных сетей. Второе ушко я продеваю в основу для колечка и снова закручиваю пин вокруг своей оси, формируя аккуратную петельку, ровно точно такую же, как и на цепочке. Французская скрутка – это самый надежный способ крепления, который вас никогда не подведет. Никаких соединительных колечек и тому подобного. Посмотрите, как аккуратно получается. Далее нам нужно будет сделать то же самое со второй цепочкой и прикрепить ее ко второй части дуги. Та часть, которая одевается на нос, у нас готова. И как вы догадываетесь, вторые половинки нужно прикрепить к двум другим дугам те же самым способом. И основа, которая идет на лицо, должна выглядеть вот так. Нам останется только добавить цепочки по краям. Я нарезала цепочки произвольной длины, так как мне это приглянулось, и теперь нам нужно собрать их в одну кучку и добавить их к дугам, чтобы они изящно висели за ушами. И для этого мы вновь будем использовать рондель и пин, и ту самую французскую скрутку. И даже сюда я не добавляю соединительное кольцо. Скрутка-вариант более надежный. Надеваем рондель на пин и делаем ушко довольно большое. Круглогубцы нам это позволяют сделать, потому что на это ушко должно поместиться все 5 цепочек. Я их надеваю на это большое ушко довольно в произвольном порядке. Хоть и неплохо было бы этот порядок запомнить, потому что хорошо, когда на обоих ушках это смотрится симметрично. И когда вы наденете все 5 цепочек, кстати, у вас их может быть не 5, может быть 3, а может быть 8, тут все по вашему желанию. Мы закрываем ушко и оставшийся хвостик вновь аккуратно начинаем закручивать вокруг оси пина, формируя ту самую французскую скрутку. Нам понадобится буквально пара оборотов, лишнее убираем кусачками. Ну а с другой стороны мы будем делать ту же маленькую петельку. Для этого мы убираем шарик, который нам не нужен на пине, и формируем вновь петельку. И уже эту маленькую петельку при помощи французской скрутки мы добавим к второй части дуги. При таком креплении можно не переживать, что волосы будут цепляться за соединительное кольцо или за что-то еще и нарушат вашу конструкцию.
Ну и, как вы понимаете, все то же самое нам нужно повторить со второй стороны. Мы вновь делаем большую петельку, набираем все наши 5 цепочек и через аккуратную французскую скрутку делаем все то же самое со второй дугой. В этом украшении вы можете столкнуться только с двумя сложностями. Первое – аккуратные французские скрутки, и второе – смелость его носить. Ну что ж, наше с вами украшение готово. Нам остается его только надеть и любоваться. Надевается оно довольно несложно. Аккуратненько вот эти боковые дуги цепляем за ушки и серединную дугу цепляем на носик. Можно ее пододвигать повыше, но мне нравится она здесь, в районе крылышек носа. Держится такое украшение довольно хорошо. Не знаю, как оно поведет себя где-нибудь в ночном клубе или на дискотеке, ведь можно придется что-то где-то поджать, чтобы немножечко лучше держалось. Но в целом получилось очень круто и очень необычно. Расскажите, что вы о таком украшении думаете и будете ли вы его повторять?